Пока наша фирма ищет новое агентство по работе, я отправляюсь в очередной поход, велопоход. Вещи собраны. Что-то я их набрал дофига, как будто там на целую армию. Бедный мой велосипед. Ну, короче, решился еще раз попутешествовать, пока есть свободное время. Погнали! Ну, в этот раз я нагрузился по полной. Теперь это нечто большое и несуразное. Короче, наворотил. Полный. Сейчас сделаю круг почета, посмотрю, выдержит ли все это. Или посыпется. Короче, стрёмно все это, потому что нагрузка такая, что все тут шатается. Бешеное. Нагрузил этими консервами, водой. Так что мало не покажется велосипеду. Я думаю, трещать будет на каждой кочке. Ехать, не ехать. А если развалюсь по дороге? А расстегнется? Ой, уколешься. Ну, развалюсь, так и развалюсь. Соберусь. Что-нибудь придумаем. Ладно, давай. Поехали. Раз, два, три. Ready, steady, go. Работаем. It's my...